Все продулся, прогрунтовался. Все как всегда по стандарту. Переход здесь, здесь переходом. И здесь все покраска. Что, ладно, начинаем с двери, бампер, порог. И будем раскидывать переходы. Так как тут не заметил, я был скольчик маленький. То есть я его подтянул и сейчас прогрунтовал. Баллончик. Хуже ложится, чем девилбисом ТЕ-10, я вам скажу. Сложнее. Слишком сильно разбивает. Там капля повлажнее.
Я чуть порог не забыл покрасить, ну. Бампер уже конкретно высыхает. Здесь же по верхам. Здесь кончики. Здесь также. Все. Сушим. Все высохло. Пройдем здесь. Время покраски, как всегда, забыл, поленился. Потом, когда начинаешь красить, ай, на пыльчик не долетит. Ой. Подача на всю, факел на два оборота закручен. Раз, два. Что это такое? Не понял.
маленькую черную точку. Малесенькую, откуда-то тут кидануло. Дверь шатается. Уже такую кругленькую сделали, потом вторым слоем уже помедленнее будем ее как бы повторять, ну и в том числе она и немножко увеличится, поднимется. Все, ждем, погнали второй слойчик.
крупненькая такая. То, что и получилось. Пистолет чуть подальше и медленно возим. Эту ямку не обращаем внимания, то есть на нее не надо было лезть. Вообще без полировки. Реально, вообще без полировки. Всем спасибо, всем удачи и пока. Ну вот, полирнул. Всю машину не полировал, полирнул только соседние детали. С багажником тоже все отлично. Переход по лаку. Тоже его незаметно. Здесь тоже все четко. Здесь тоже. Все отлично. Просто здесь не полировал. Машина уже срочно горит. Там сильно видно не будет, маленькая крылышка. Шагреньки, все идеально. Все, пока, до встречи.